15 октября 2019 год, Харьков. Выползает луна из-за крыш домов. Луна движется по орбите со скоростью 1 км в секунду. Угловое движение, скорость углового движения Луны 13 градусов за сутки. Относительно звезд получается где-то на один лунный диск смещается относительно звезд в сторону востока. Так, 19:41 по Киеву. Харькове, 15 октября. Сейчас попробую еще. Это я снимаю на Sony. Пятидесятикратное увеличение здесь есть. Оптическое. На фоне провода. Видно будет хорошо движение Луны. Сейчас еще попробую на Nikon снять. Вон круглый кратер. Идеально круглый слева. Вверху 100-километровый кратер Плутон. На границе моря. Луна. Кратер Аристарх слева. Белая запятая, кома, влезла в кадр. Сейчас сниму на Nikon, на Nikon 83 крата оптическое увеличение. Воды. А здесь только 50. Но зато светочувствительность лучше.